Генеральный директор сервисного центра ФЕСКО Андрей Клопотовский и руководитель Дальневосточного федерального университета Борис Коровец торжественно перерезают ленточку. ВУЗ и одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России сотрудничают многие годы. Но сегодня их взаимодействие вышло на качественно новый уровень. Мы пришли к выводу, что важно начинать готовить молодых специалистов не в момент принятия их на работу, а заблаговременно, чтобы, приходя на работу, они были готовы выполнять те задачи, которые мы перед молодыми специалистами сегодня ставим. С этой целью транспортная группа ФЕСКО открыла в Школе экономики и менеджмента ДВФУ проектный офис. Теперь будущие экономисты и бухгалтеры смогут проходить практику и стажироваться в компании, не выходя из стен своего учебного заведения. Партнер подарил нам замечательный сервисный центр, в котором ребята в проектном офисе работают непосредственно в процессе обучения. И на самом деле это единственная и правильная модель сегодня существования университета, когда в ходе обучения ребята решают реальные задачи. То есть, поступая на образовательные программы, они сразу понимают, кем они будут работать, когда закончат обучение. Вот эти компьютеры – полноценные рабочие места ФЕСКО. Только находятся не в здании компании, а в стенах школы экономики и менеджмента ДВФУ. Здесь студенты смогут получать практикоориентированные навыки. Благодаря этому компании не придется переучивать молодых специалистов. Они придут на работу подкованными не только в теории, но и на практике. Олег Жнусов, Екатерина Таланова, «Панорама».